Добрый день, все любители влажного бритья. Сегодня, ребята, у нас будет необычное бритье. Оно не совсем по графику. Специально по случаю, приехав с дачи в Москву, подросла щетинка. И тут неожиданно подвернулась удача, можно сказать. Ко мне в руки попал вот такой вот станочек, вернее, не станочек, а голова. Сейчас покажу. Вольфман. Вольфман Razors. Голова VR2 с гапом 1.35, ребят. У меня был гап 1.15 в пользовании, это 1.35. Большое спасибо Сергею за предоставленную возможность показать эту голову всем любителям влажного бритья. И, ребят, лезвие мы туда сегодня зарядим Каи. Бриться так бриться. Лезвие будет новое. Ни разу не хожено. Достаю из конвертика. Новое лезвие. Если такая классная голова, то должно быть классное лезвие. Ручка титан от компании Тибам. Тут все накручивается отлично. Все. Станочек к бою готов. Дальше. Мылом. Мылом сегодня будет продукция компании Declaration Grooming совместно с Chatillon Lux. Это Gretchen Leak Square. Вот такое вот мыльце. Вот. Мы его сейчас возьмем в чашу от компании «Мужской мир». И после бритья будет одноименный автошейв от компании «Chatillon Lux», «Gretchen Leak Square», автошейв спиртовой. И по мазочкам, ребят, сегодня будет барсучок от компании «Ома». Вот такой вот красавчик. Так. Тогда приступим к бритью. Сейчас я достану свою волшебную лопаточку. Возьмем немножко мыльца. Я думаю, что-нибудь вот так вот. Вот. Сейчас подчистим тут по краям, что будет. Я думаю, что этого нам будет вполне достаточно. Прям не хочет в помазок. Ну, тогда мы его в чашу скинем. Скинем в чашу. Распределим так по стеночке. Сейчас руку смою, чтобы была чистая. Вот, получается у нас вот так вот. Помазочек, барсучок. Я его не стряхивал практически. И сразу начинаем процесс получения пены. Добавляем водички. Водички, потому что мало. Аромат, ребят. Сейчас пока, можно сказать, в отпуске нахожусь. На даче. Ну и чтобы не выпендриваться, чтобы попроще было. Бриться удобно. Взял с собой баночку Прораса. Прораса. И еще у меня Разорок один с собой. Баночка мыла. Но что-то как-то в последнее время на Прораса. И два автошейва. Old Spice Lagoon, Old Spice Captain и Варс. Вот, рыжий. И что-то прям там взял свою баночку с лезвиями, с добивками, которые там оставались.
И вот. И Game Changer 84. Открытую и закрытую плиту. Еще опаску. И вот по очереди там туда-сюда юзаю. Но сегодня, ребят, надо праздник устроить. Такая голова. Я не видел еще, по-моему, на русском ютубе обзора Вольфмана с гапом 1.35. Ну вот посмотрим, ребят, что это за штука. Можно было туда что-нибудь Астру поставить, там еще что-нибудь, ну не наш метод. Так, нам самое главное сейчас забить помазок пеной. Ну, смотрите, какой грибок получается. Вот, в чаше практически мы ничего не оставили. Все забрали в помазок. Вот так вот. Так. Давайте я чуть-чуть намочу лицо и перейдем уже к процессу брикет. У нас тут, правда, очередные отключения горячей воды. Вчера пока собирался в Москву. Я говорю, поеду, говорю, помоюсь в ванночке, посижу, побреюсь по-человечески. Она говорит, ты, говорит, график-то отключения воды смотрел? Тут-то меня и осенило. Думаю, ну вот это да. Вот это подстава, конечно. Обычно как-то стараемся, попадали в последнее время там или на море уезжали в это время. Ну, в Москве не оставались. Вот, а тут вот пришлось вернуться в Москву по делам. И такая засада. На даче-то в этом плане проще. И главное, чтобы электричество было. Ребят, аромат супер. Так, ну, что у нас? Укрывистость отличная. По маске видим, сколько пены еще. Дофига и больше. Сегодня пока целый день катался. Прям мечтал о бритье. Ну что, ГАП 1.35, Вольфман, лезвие Кари. Пошли, ребят. Как бы тут, ребят, одного раза не хватило. Тут, конечно, просто класс. И звук такой, который дает понять, что тут баловаться нельзя.
Но при этом, ребят, достаточно комфортно. Скольжение обалденное. Мыло нам дает. Поэтому какая-то супер агрессия не чувствуется в станке. В связке станок лезвия. Опа. По носу. Попал. Угу. Вот так вот. Осторожно, осторожно, а сам машу тут. Вот в таком неудачном месте еще. Ну, ребят, чистота просто феноменальная. Скоро к нам на тест приедет Калибри от Вадима Викторовича. Там 0,8, 1,1, 1,3 и 1,5 габ будет плиты. Ну, ребят, пена сливочная, суперская. Что тут можно сказать? И аромат, конечно, просто классный. Так, ну что, второй проход против роста. За время отпуска тут еще решил провести небольшую косметическую процедуру. Бородавочку удалили. Так что там тоже будем аккуратненько. Тут что-то мы какой-то прыщичек срезали. Называется «Дорвался». Как голодный, да? До бритья. Угу.
привык к геймченджеру, которым можно как хочешь бриться, да? Вот, и получите. Все, ребят, умываемся. Ой, хорошо. Так, ну что мы видим? Мы видим небольшое покраснение. Вот тут вот, да? Тут что-то подрезали. Но это прыщик какой-то был. А так-то, ребят, супер. Да. Вот так вот бывает. Но тут я сам виноват. Не, ребят, тут, конечно, блин, супер. А. Аромат просто бомбический. И чуть-чуть ментольчика. И спиртик. И понимаешь, что все это добро. Брюсь вечером. Ну, часик-два сейчас пока видео загружу, посижу. И пойдет спать. Таким кайфом на улице. Да? О, ребята, просто феноменально. Так, ну что у нас здесь? Ну, покраснение оно сейчас пройдет. Вот. Я думаю, что это не критично. Лосьон впитывается очень быстро. Ребята, аромат просто бомба. И он как раз вот отлично еще подходит на лето. В нем есть немножко ментольчика. И вот он сейчас начинает такими иголочками по коже расходиться. Просто супер. Так, давайте начнем с мыла. Ребят, ну, декларация — это один из моих любимых продуктов. В паре с Шантильон Люкс у них получился отличный продукт. То есть вот эта связочка сегодня отработала просто на ура. Мыло у них, ну, мне практически все нравится. Там за исключением некоторых ароматов, но это уже как бы имхово все. По своим рабочим характеристикам я считаю, что это одно из лучших мыл. То есть надо только найти свой аромат. Смотрите, что у нас в помазке, ребят. Тут еще также человек на два прохода может побриться. Да, в чаше у нас ничего не осталось, но у нас была главная задача забить помазок, потому что большой пучок, и чтобы потом не было такого, что, ой, ребята, а где пена?
Вот, вся пена в помазке. Если хотите, можем сейчас посмотреть. Смотрите, сколько здесь пены. Вот теперь, да. Поэтому я считаю, что мыло с лосьоном со своей работой справились. Тут все как бы на ура прошло. Помазочек, ребят, ну это один из любимых моих бурсуков. Хорошая ручка, хороший пучок, плотный. Ну да, берет много пены, как бы набирает. Но вы видели, да, как он распушился. И очень классно ведет себя на лице при этом. Так, ну и переходим к главному герою нашего сегодняшнего бритья. Вольфман VR2 GAP135. Ребят, конечно, это не на каждый день станочек. Это станочек так вот 3-4-дневную щетинку сбривать. Наверное, даже 4-дневную. То есть, вот даже видим, да? Остались небольшие следы этого творчества. Но, конечно, к нему надо чуть-чуть привыкнуть. То есть, когда ты на расслабоне бреешься геймченджером, это одно. Но когда ты вставляешь 1.35 и Кай, вот, ребят, надо все-таки себя держать в руках, а не как шашкой махать. Ну, извините, что получилось. Поэтому, ребят, классная штука. Если будет возможность, обязательно попробуйте. Да, дорог. Бреет ли он на свои деньги? Ребят, ну это уже вопрос такой из разряда как-то. Кто-то покупает себе Жигули, а кто-то Мерседес. И та, и та машина. И на Жигулях можно ездить, и на Мерседесе тоже можно ездить. Но чуть-чуть разные, да, как бы вот. Полушария, будем так говорить. Поэтому, если у кого будет возможность, ребят, попробуйте. Может быть, понравится. Поэтому однозначного ответа сказать, что бреет только Вольфман, все другое не бреет, нет. Конечно, качество изготовления, качество полировки, все супер. Тут не прикопаешься. Что на этой голове, что на моем станке, который у меня был 1.15 вместе с ручкой. Ну, ребят, ничего не могу сказать. Как бы, ну, продукт вот стоит определенных денег. Кто может себе позволить, тот может взять и попробовать. Вот. Поэтому, ребят, как всегда, лайки, комментарии приветствуются. Все вопросы, которые возникнут, почта, Инстаграм, Директ, пожалуйста, пишите. Как всегда, по возможности отвечу. Так что всем хорошего дня, всем комфортного бритья. Пока-пока, до новых встреч, ребята.